Президент Алан Гаглоев поздравил Владимира Путина с днем рождения. Он адресовал главе российского государства наилучшие пожелания. Гаглоев отметил плодотворную деятельность и выдающийся вклад Владимира Владимировича в возрождение мощи России. Гаглоев также выразил слова признательности за всеобъемлющую помощь, которую Российская Федерация оказывает Южной Осетии на протяжении многих лет. Отмечая особое качество двусторонних взаимоотношений с Россией, хотел бы от имени народа Южной Осетии вновь высказать вам бесконечную признательность за судьбоносную помощь, за содействие в обеспечении надежной безопасности и восстановлении нашей страны. Позвольте выразить надежду, что отношения сотрудничества и интеграции между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией продолжат поступательное развитие. От всей души желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия, новых побед и свершений во благо России и ее многонационального народа. 16 лет Россия под руководством Владимира Владимировича поддерживает нашу республику в ее восстановлении и развитии. Наши отношения отмечены укреплением связей между Москвой и Схинвалом по всем направлениям. Россия с момента признания независимости помогает восстанавливать инфраструктуру и развивать экономику. Во время встречи Путина с Аланом Гаглоевым российский лидер вновь подтвердил особый статус отношений двух стран. У нас развиваются практически все программы, инвестиционные программы, программы социально-экономического развития, программы финансовой помощи, кредитные программы, помощи и поддержки Южной Осетии. С точки зрения обеспечения безопасности на территории республики расквартирована российская военная база, и по этому направлению налажено очень тесное взаимодействие между соответствующими структурами. Сегодня Россия выступает за справедливый многополярный мир, за право самим решать судьбу своей страны и определять свое будущее, и остинский народ всецело поддерживает эту борьбу. В ходе специальной военной операции сотни остинских воинов демонстрируют беспримерное мужество и героизм. И не раз Владимир Путин говорил о подвигах остинских бойцов. Я знаю, что Ишторам Алани и Алания блестяще воюют. Мне руководитель региона тоже об этом говорил в докладе. Народ Южной Осетии с благодарностью отзывается о президенте Российской Федерации. Яна Плиева, Ренат Медоев. Информационный выпуск сегодня.